Добрый день еще раз, друзья. Смотрите, вот это вот уже часть реки, часть водоема растаяла. Хотел вам показать, что лед ушел, наверное, наполовину. С этой стороны как раз река Сура. А здесь вот водохранилище. Лето уже не за горами, как мы видим. Поэтому начинаем тренироваться, наполняться энергией, открывать потоки вдохновения, радости, восторга, необычайной силы, заряжаясь от природных мест. Какое чудесное пространство работы с элементом воды. По мостику пробегаем. А на финишной прямой уже с всех сторон речка. Вот смотрите, разлилась как река. Здесь вот должны быть должен быть, земля. Смотрите, пляж здесь должен быть. Сейчас подтопило немного. И вот сейчас видите эту красоту весеннюю. Пляж затопило водой немножко. Чего? Вода уйдет, сейчас проход просохнет скоро, начнется тепло, и пляж снова восстановится. Отличное пространство для бега, для набора энергии. Вы видите, здесь бегают. Я не один тут бегу, еще люди. Пляжик затопило. На данном видео я с вами на данном моменте видео с вами прощаюсь. Всего вам самого-самого прекрасного и невероятного. Пока-пока.